В школе села Пометново обновили музей. Местные экспозиции объединили со стендами районного совета ветеранов. Школьный музей в Пометном создали 17 лет назад. Тут гордятся уникальными вещами своего учителя истории, фронтовика Владимира Боголюбова. В особенности его полевыми шахматами. Их дарили выпускники школы. В их числе нынешний руководитель областной организации ветеранов-пограничников Нурдин Ибрагимов. Экспозицию дополнили материалами о фронтовиках и почетных гражданах муниципалитета. Конечно же, мы на базе своего музея проводили всевозможные встречи, выставки, творческие работы представлялись там. А идея передать в школу мне очень нравится. В каком плане? Потому что школьники – это наше будущее.